Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и у нас атака стегозавридов. Да, что-то подобное мне уже такое попадалось, я вспоминал как-то этих стегозавридов, кентрозавридами я их называл. Между нами награда в команда стегозавров. От прямого удара толка мало, а вот выпады, накладывающие отложенный урон, помогут избежать их контратак. Щиты и отвлекающие способности тоже весьма полезны. Ну, вот эта первая фраза. От прямого урона толку мало, выпады, накладывающие отложенный урон, ну, типа кровотечение, да, отложенный урон, это типа круто. Это полная чушь, потому что удар превосходства очищает, то есть не поможет. И здесь снятие отвлечения, по-моему, это все добро снимает кровотечение. Как бы я же, по-моему, сражался с ними зухататором, и он как бы там вообще... не алё был. Ну, здесь вариант, конечно, у них у всех еще есть замедление, ну, кроме, наверное, Мирагеи, да. А вот у Мирагеи даже вот очищение есть. Тут кровотечение, короче, против них вот вообще не работает. Отложенный урон против них не алё. Итак, вот я, в принципе, думал взять, вот смотрите, Эрли Доминуса можно взять. У него при невидимости, кстати, же усиливается урон, да, потому надо невидимость использовать. У него иммунитет, вот потом можно магнипиритора взять, у него тоже иммунитет, можно взять индоминуса, у него тоже иммунитет, ну и там кого-то из них, вот трикозавра, ну индораптора, допустим. Вот у меня был такой вариант команды, но сейчас мне хочется, наверное, взять вот что-то такое, вот попробовать. Тоже есть замедление, есть паралич, ну давайте пойдем так попробуем, ну конечно, нам скорее всего наваляют. Все-таки противник помощнее будет. Посмотрим. Ну, индоминус, конечно, из невидимости, из инвиза тоже мог бы нормально так нараздавать. Посмотрим. Посмотрим. Ну, трики должен как бы нормально тут тащить. Давайте начнем вот с него. Давайте сразу... используем невидимость только потому, что она усиляет удар. Офигенно. Офигенно, я усилил удар. Я чё-то не рассчитывала. Полтора урона нас сразу просто уничтожило. Это было... what the fuck, короче. Контратака на 850. Вот очищение. И снижение скорости. Контратака. Блин, ну тут и... о, я остался более быстрым. Блин. Нет, не надо меня убивать. Да, походу нам вообще тут ничего не светит. Паралич как бы не сработал. И мы не выдержим, да? Да. Блин, ну 30 уровень. Жесть, у них просто какая сила удара. Я еще никого не убил. Блин, и снижение урона сейчас сработает. Но у нас есть очищение. Блин, ну двоих-то я заберу, а вот... блин, это капец! Хух, это крит был бы, нам бы хана была, ребята. Так, что будет делать Мирагея? Ну вот она как раз самая такая безопасная, можно так сказать. Безопасная, полторушка сила удара. Офигеть.
Так, ну сейчас мне нужно подменяться. Я его практически-то и убиваю, но... Блин, а нельзя позволить. Офигеть, как больно ты бьешь. Так, он меня уже вот этим вот ударил, да? Перезарядка 3 хода, блин. Так, теперь делаем вот что. Должны выжить, ребята, должны выжить. Нет, блин, у него очищение сработало. Блин, ну крапаля нам не хватило, ребятки, чтобы победить. Да, совсем чуть-чуть. Ну, равный бой был. Ребята, блин, ну чё-то мне так захотелось. Давайте еще разок сходим. Сходим еще один разок этими ребятами. Блин, мало жизни, ё-моё. Блин, индоминус, что ли, взять? Он хотя бы один удар выдержит. Ну, давайте то же самое, только без эрли минуса, или как там его. Возьмем индоминуса. Но индоминус ходит вторым, но тут, по крайней мере, оправдано использование сразу же невидимости. Он медленный, потому его нужно брать первым. Сразу уходить в инвиз, потому что мы реально два удара-то не выдерживаем. Это был сильный удар. Отлично, мы от него уклонились. Замедление на нас не работает. У них, правда, брони нет. Нет брони, как бы. Но под невидимостью у нас сейчас будет сильный урон. Конечно... Не супер то, что я хотел, но мы, по крайней мере, живые. Эрли минус на этого, короче, на это не смог. А индоминус того, гляди, смотрите, еще и продержится. Блин, 200 баксов, наверное, впервые столько плачу за освобождение. Это неделю собирать этих 200 баксов надо. Полтора урона в 1700, это он нас сейчас тут уничтожит. Блин, а что ты будешь делать? Я ударить не смогу. Ну давай, трики хоть выживет, у него есть броня. Он, по крайней мере, получил обычный урон. Так, он использует такую же обилку, какая есть у меня. Так, ну, блин, он все равно сейчас... меня добьет. Ну да, даже контратаки хватило. Так, ну что? Ну поехали. Блин, это не прикольно. Хитрый гад. Ну не хочу использовать просто сейчас. Блин, вот нет, ты не мог ты первый сразу так ударить. Если он меня замедлит, тогда я уже бы использовал. Блин, 1600.
Так, ну это его не спасет. Все, победили. Чу, легко получилось. Довольно легко. Не зря потратил 200 баксов. Ну давай. Ну, мне просто было тут интересно победить. Кстати, а это вы замечали, что это зеркальное отображение? Правая и левая сторона абсолютно одинаковая, это как зеркало. Так, и ради чего? Ну, я обменял 200 долларов на 14 тысяч монет. По-моему, это справедливо. Апатозавра навалили. Эоплоцефал. Чарли. Дракорекса мало. О, Эрлика 200. Это хорошо. На Эрли чего-то минуса. Эрлика минус, да, или как там? Эрлико минус. Как его там, да? Эрлика минус. Ну, мне его Эрлика доминус. Вот хочется назвать его Эрлика доминус. Ну да, из-за малого количества жизни его просто за один удар валили кентрозавры. Атака синоцератопса. Не знаю, почему синоцератопса. Наверное, урхозавр у нас типа в службе поддержки, да? В общем-то, эти твари имеют ослабление усиления, то есть могут нерфить удары, могут замедлять, а кое-кто у нас постоянно еще парализует, да? И нам нужны существа с высоким уроном, скажем так, и желательно с иммунитетом. То есть это вот такое существо будет, вот такое существо, вот такое существо. Но на самом деле вот этот парень универсальный. Кстати, его тоже очень легко можно взять. Этот сюда не подойдет. Индораптора брать даже не собираюсь. Мономим. Блин, я удалил мономим. У меня здесь был мономим вообще-то. Ну вот так, давайте, я думаю, мы распетляем. Всякие там замедления и лабуду всякую. Мы с этим легко справимся. Два тридцатых. Это что? Это вам не 3/30. Так, вот я вот хочу с него открыться. Он очень быстрый. Он смертоносный. Я не просмотрел, правда, какие у них удары. Это было печально. Надо делать вот так. Но он так окочурится сейчас, это понятное дело. Снятие отвлечения. А, нет, кровотечение это не снимает. Ух, я уже испугался. Отвлечение это в смысле замедления. Неполное очищение, так сказать. Так, этот что? Этот меня уничтожит по любасу. Хоть так, хоть так. Ну, давайте хоть умрем достойно. Так, ну, его удары нам не страшны. Полтора урона, это будет две с чем-то. Ну, выдержим. Но тут нас нужно сразу бить сильно. Хотя, вообще-то, я как бы перестарался. Он же может и критануть. Не-не, надо валить. Блин, я его не пробиваю за один удар. Можем еще и слиться, ребята. Но выжили. Фух. Да не так все просто оказалось. Больно бьют. 30 уровень у них все-таки.
14 тысяч, не 13 500, а 14. О, и скафагнатик, ребятки, нам тут привалил немножко.